В Северском районе состоялась прямая линия по вопросам электроснабжения, в которой приняли участие представители краснодарских электросетей и Северского участка энергосбытовой компании. В редакции газеты «Зори» в течение часа три специалиста компании отвечали на вопросы жителей муниципалитета. Вопросы касались установки умных счетчиков, качества энергоснабжения, в частности ремонта и модернизации энергосетей, и оплаты по квитанции. Также специалисты ознакомились с письменными вопросами от абонентов, поступившими в редакцию газеты «Зори» в течение недели, и дали по ним свои разъяснения. Наиболее частый вопрос от жителей – зачем нужны умные счетчики? Представители краснодарских электросетей рассказали о причинах перехода на интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Это колоссальные потери из-за незаконного потребления энергии. Северский район – один из первых на Кубани вошел в программу по установке приборов. Энергетики отметили, что в ближайшие годы такие счетчики будут установлены по всей России. В 2019 году краснодарскими электрическими сетями начата масштабная программа по установке интеллектуальных приборов учета по Северскому району. Данная программа продлится до конца 2020 года. В рамках этой программы производится безвозмездная установка потребителям приборов учетов, размещенных на опорах линии 0,4 кВ, и замена аварийных вводов потребителям на безвозмездной основе. Для снятия показаний всем потребителям выдается специальный дистанционный пульт. Работает пульт следующим образом. Происходит нажатием на кнопку его включения. Счетчик, пульт соединяется с прибором учета. После того, когда на антенне появился сигнал, пульт синхронизировался с прибором учета. Нажатием на кнопку мы видим номер прибора учета. Время, когда мы произвели синхронизацию, 12:05. Дата 11 февраля 2020 года. Соответственно, показания общие, 256 кВт сейчас на приборе учета. Ночной тариф Т2, 135 кВт. Данная индикация проходит циклично. Общие показания 256. Дневные Т1, 121 кВт. Ночные Т2, 135 кВт. Соответственно, по циклу прибор учета номер, время и дата. Как отмечают специалисты краснодарских электросетей, установленный потребителем прибор может работать в двух режимах. Потребитель, если он имеет желание перейти на двухтарифную систему оплаты, ему необходимо обратиться в ТНС «Энергокубань», написать заявление на перевод на два тарифа и платить по тарифу день с 7 утра до 11 вечера и по тарифу ночь с 11 вечера до 7 утра. Энергетики заверили, что продолжат информировать население о принципах работы умных счетчиков.